Всем доброго времени суток. Сегодня у нас поход целенаправленный за щучкой. Посмотрим, что у нас выйдет из этого. Погода не пойми какая. То вроде солнышко, вообще красота, то что-то затягивает. Не пойми чего. Дождичек вроде пока ехал, срывался чуть-чуть. Ну сейчас попробуем, покидаем, посмотрим, что у нас получится из этого. В начале ролика вставлю фрагмент с предыдущей рыбалки, там самый первый шнурочек мой. Ну, какой-никакой, я все-таки первый щук сезона. Так что сильно не ржите. Ну, а сейчас мы здесь вот по этой речке пробежимся, посмотрим, что здесь дышит. Как? Вон дождичек вроде пошел. По той стороне пробегусь, может по этой. Может туда выше дамбы схожу. Посмотрим, что получится. Ну что, пойдем? Ага, кто-то сыграл. Кто сыграл? Подлый щук или карась? Ну-ка попробуем. Там у нас ага, вот тут кто у нас. Ха-ха! Вот это супер щук. Ну что, размочился шнурочком. Сейчас вот отпущу. Чу-чу-чу-чу-чу. Вертушечка сработала. Вертушечка сработала. Ну-ка, может, выживешь. Опа. Опа. О, удрал. Может, выживет. Жалко будет. Ёлки. Жадный. Вот это он здесь сыграл, вот туда закинул, где сыграл, и попался. О, там кувшинка прет. Так, кого-то зацепили. Зацепили мы шнурочка. Шнурочка мы зацепили на вертушечку. Ну, не такой уж и шнурочек. Воблерочки что-то замолчали. Шнурочек выскочил. И промахнулся. И шнурки какие-то косые. Ну-ка. Может, еще вылезет. Если здесь крутится, может еще ударить. Травка лезет. Блесна потяжелее, пониже пойдет. Может, ближе к дну рыбка стоит. Если стоит.
то ли карасей, то ли плотва там на мелководье балдеют. Так, что это было сейчас? Удар, что ли? Ага. Это у нас был удар. О, молодец, убежала. Сначала ударила, потом догнала, еще раз ударила. Маленький шнурочек. Хоть сам убежал. Значит, стоит. Вот блесенку поставил потяжелее. Ближе ко дну пошла. Сразу поклевка. Раз ударила, догнала, еще раз ударила. Ага. Кого-то изловил. Вроде как. Шнурочка. Оба-на. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Шнурочек. Ух ты, удрал как. Ну вот, уже проще. Ух ты. Не знаю, видно было, нет. Вышла щечка. Промахнулась. Прямо под берегом. Ты, блин, а? Раз стукнула, второй раз. Да что за нафиг, а? Сейчас опять выход был. Вот она. Ну, это вроде маленько побольше хоть, но все равно шнурок. Вот там одна с под берега выпрыгнула, здесь раз вылезла. Потом забросы через три вроде уже схватило. То ли активизировалось, может покрупнее кто-нибудь выползет. Ну, вроде играет кто-то, но не пойми кто, то ли щучка. Только хотел логер поменять. Посветлее поставить. Вообще беленький. Ну, здесь-то больше все. Здесь больше не будет. Вон, вон. То ли шнурки балдеют. То ли карасям бы. Ага, эх, блин. Была, стукнула.
Может, еще раз отзовется. Прям потащила. Так, ну-ка поставим-ка мы сейчас. Маленько другого. Ставим-ка мы сейчас. Такой айко-специалист, который. Он немножко погромче. Попрогонистее. Очень на уклейку похож. Он уже такой рабочий воблерок. Пойду попробую того шнурка выманить, который с той стороны балдеет. Здесь вот выпрыгивал за воблером. Ага. Все, убежал. Гад. За корягу зацепил. Ну, значит, здесь он гад. Здесь он и был. В палке залез. Какие-то лески понамотаны. Куски лески. Это же не леска, плетенка. Вот в плетенке в этой вот запутался, блин. Ну, главное, соблазнили мы его на поклевку. О, кто-то здесь нехило рыбачил так. Ничего себе. Ну, тем не менее, вот о чем я и говорил. Маленькое время прошло. Здесь он балдеет. Но сейчас-то больше не клюнет. Вон, вон, вон сыграл. На эту... На эко-специалиста такая поклевка уже порезче, поуверенней. В прошлом году прямо тут из-под ног как долбануло, чуть инфаркт не заработал. Не знаю, видно его, нет, из-под берега шнурок. Он просто на месте дергал сейчас. Шнурок под берега вылез. Под берегом стоят. Ну-ка, сейчас, может, еще. Так тонет, тонет. Раз, чуть пошевелишь, опять тонет. Что-то промахивается. Поводочек самодельный, титановый. Сейчас попробую вертушечку маленькую поставить. Ну что, на этом, наверное, рыбалку сегодняшнюю будем заканчивать. Рыбки половили, походили, побросали. После зимы шнурочки поклевали. Работали вертушки, работали воблерки.
на другое место переехал сюда, вот где первую щучку поймал в этом сезоне. Здесь пока что-то вообще тишина. Ну, посижу сейчас еще минут 15. Посмотрю, что из этого выйдет. Может, какая-нибудь выйдет, может, не выйдет. Не выйдет, вон, птичек послушаем. Вот, свежим воздухом подышим. И все у нас будет хорошо. Всем пока.